Привет, ребята, с вами Каиса, и я начинаю проходить Gex 3, Deep Cover Gecko. Русская версия от того же Котеуза, единственный перевод, единственная озвучка для данной игры, но есть минус. Они озвучили бета-версию, а бета-версия, она не проходится на 100%, насколько я помню. Там нельзя собрать в одном месте 100 мушек. Будет не доставать. Ну да ладно. И роликов, насколько я понял, тут они тоже повырезали, поэтому посмотрим, что вообще осталось. Что у нас будет. Так, ну что ж, начинаем новую игру, версия PlayStation 1. Карта доступа памяти. Текст, конечно, вообще едва читаемый. Так, погоди, я же новую игру выбрал. А, у меня, наверное, сохранение какое-то было, я так понимаю. Так, ну, ладно, второй слот будет. Начинаем нашу передачу. Что это? Дамы и господа, у меня ошеломляющая новость. Специальный агент Экстра, руководящий телевидением, звезда многих моих любимых программ. Параноик, говорят. Это неправда. Последний раз агента Экстра видели на улице в купальном костюме. Что с ним случилось, никто не знает. Гекс. Агент Экстра. Моя бедная и беззащитная. Эй, Тигр, это я. Я попала в Media Dimension. Реза свернулся и пытается прибрать к своим рукам. Он нападает на твой тайный остров. Говоря о секретах, хочешь увидеть мой... Гекс, давай действуй по-быстрому и вытащи меня отсюда. Это место давит на меня. Просто вытащи меня. Теперь тебя серьезно запутали. Гекс, послушай. Держи канал каждый раз, когда я позвоню тебе. И вытащи меня отсюда. Ты нужен мне. Да, ты как любой другой агент... Попалась в телевизор. Я уже спешу. Я все сделаю для тебя. Эй, не так быстро. Гекко сможет помочь любой девушке, которая ему понравится на этом уровне. Так, ну что ж, хотя бы первый ролик товарищи Котеузы, Котеус не вырезали. Вот тут у нас начинается игра. Warp Room. Так, что у нас в настройках? Откат. Настройки. Звук. Ну, я не буду тут ничего менять. Окей, сохранка, статус. А, ну вот это наша статистика. Да, перевод текста, конечно, изгажен. Трудно читаемый. Мюссен. Что за Мюссен? Непонятно. Ну да ладно. Так, тут, по-моему, еще можно было менять камеру. Ну ладно, не буду ничего менять. Ну вот она, Экстра на голограмме. Так, и возьмем здесь первый пульт. Ну ладно, вы будете...
Сперва нам надо пройти такое, типа, обучение, тренировка. В Rec Room. Вот сюда нам надо идти. Черепаха. Альфред, по-моему, нужен. Много грузовиков. Ничего хорошего нет. Полегче, приятель. Какая-то... Много грузовиков. Ничего хорошего нет. Полегче, приятель. Какая-то... Ну да, тут тоже озвучка, к сожалению, обрывается на полуслове. Ну это пираты. Это... Они как могли... Пытались вставить эту озвучку. Не получилось, криво, конечно. Так, прыгаем на вот эту лапу. И... Ну, идем в... Запрыгиваем в пасть крокодила. Идем дальше. Гекко никогда не убьет Гекко. Гекко никогда не убьет Гекко. Так, ну тут надо, в общем, это, уничтожить мишени хвостом. Открывается пещера. Гекко никогда не убьет Гекко. Так, слева берем первую лапку. Так, статистика, где у нас? У нас 10 надо лапок собрать, еще один пульт и 3 бонусные монеты. Вот это. Вот эти. Так, вторая лапа справа. Идем дальше. К сожалению, не получается у меня крутить здесь камеру. Ты нас не потеряешь. Эй, это же моя мачеха. Ты нас не потеряешь. Эй, это же моя мачеха. Так, вот здесь вот можно взять бонусную монету. Первую. Запрыгнув вот сюда вот. Слева ничего не вижу. Так. И открывается проход дальше. В пещеру. Так, здесь ничего нету. Так, может быть, все-таки можно как-то камеру изменить? По-моему, можно как-то. Мастер, ну-ка. Нет. Так, третья лапка. И бежим дальше. Хватит быть докучи, возвращайся лучше к работе. На водопады мы пришли. Так, вот еще одна лапка. Слева. Здесь что-то есть. Ничего не вижу. Так, справа ничего. Залазим наверх. И дальше открывается проход. Так, вот еще наверху справа. Берем пятую лапку. Половина лапок уже собрана. Mission Control, по-моему, называется вот этот парком. Эй, балда! Давай сюда. Когда-нибудь видел... Так, ну а тут нам предлагают попрыгать. Так, я спущусь вниз. В воду тут возьмем еще одну лапу. Шестая. Да, играю я также на эмуляторе DuckStation с улучшениями. Но искажаются, конечно, да, эти сутки. Из-за улучшения этого. Но все равно приятно играть, когда график... Эй, балда! Давай сюда! Когда-нибудь... Красивая. Реставрация такая. Старых игр. Так, сделали длинный прыжок. И тут надо еще один такой совершить. Вот тут точно длинный только нужен прыжок. Еще платформа образовалась. И открываем пещеру, в которой есть пульт второй, который нам нужен.
Мы прошли тренировку, обучение. Так, и сейчас нас телепортируют. Начало. Так, что тут? Вот у нас есть вот такая вот круглая дверь. Но мы ее позже откроем. Не сейчас. Тут вот у нас еще есть двери. Lake Flacid. Типа красный ворот. Так, а вот с этим что делать, я не помню. Зачем этот аппарат? Гекс. Так, вот это, по-моему, надо разбить. Да, вот первый. Потом вот второй есть наверху. Проигрывали. Так, вот тут у нас тайная комната будет. Это типа синие ворота. Синяя лавка называется. Funny Town. Так, вот сюда можно пройти. В эту комнату. Так, третий. Вот этот. Проигрыватель или что это такое? И открывается, да, проход тайный. Так, The Pole. Так, вот здесь вот у нас есть одна мышка. Как я это чувствую? Пат, я возьму это за $200. Здесь мы берем лапку седьмую. Попытайся все увидеть своими глазами. Так, а вот еще бонусная монета. Я вторая. Я тебя удивляю. Дай-ка догадаюсь. Что? Напоминает спальню моего брата. Мистер... Так, ну и зеленую муху можно взять. Куда бы сейчас отправиться? Вот. Я схожу, наверное, вот сюда. Тут можно костюм еще сменить. Будет. Так, можно ударить вот эту вот статую. Тут у нас еще одна лапка. Восьмая. Так, вот этот телевизор пока не активен. Надо 5 бонусных монет собрать, чтобы его за... Так, там у нас вон видно лапку и бонусную монету еще одну. Так, но нам так просто не добраться. Так, вот этот телевизор тоже не активен. 3 пульта надо его активировать. Так, а тут нам надо куда-то посмотреть. По-моему, вот на портрет Гекса. Так, и у нас Гекс с плащом становится, он теперь может летать. Долетим до лапки. Долетим до бонусной монеты. Так, бонусные монеты все собрали. Как и пульты, осталось еще одну лапу найти. И можно будет, в принципе... первую серию заканчивать, потому что это варп-рум, я все-таки буду разделять. Первый уровень, ну, будет уже в следующей серии. Так, вот, вот сюда сходим, The Pole. Тут как раз у нас и будет первый уровень. Поговорим с Альфредом. Так приятно чувствовать это на своей лысой голове. Так, тут у нас елочка есть. Так приятно чувствовать это на своей лысой голове. А вот здесь у нас есть бонус. Но бонусы я буду в самую последнюю очередь лазить. Сейчас мы туда не пойдем. Снеговик. И вот доступен телевизор. Рождественская тематика. Да, тут, кстати, чем хорош третий Гекс, да, то работал, что... Тут не повторяются уровни, ну, тематики. Постоянно всегда разные будут. Так, а вот тут у нас последняя лапа находится. Эх, не долетел. Надо откуда-то с другого места долетать. Интересно, откуда? Может быть, с люстры? Нет. Надо найти такое место. Нет, низко. Так, ну можно вот сюда еще сходить. Тут у нас не бонус, а секрет. Вот секрет тоже я буду потом все это проходить отдельно. Yeah.
потому что это не обязательный, по сути, уровень. Так, откуда же мне взлетать, интересно? А, вот, отлично. Все, собрали, значит, все в этом Мюсен, Mission Control, на самом деле. Так, ну и идем сюда. Будем готовиться к следующей серии, к вот этому вот уровню. Holiday Broadcasting. Это тематика рождественского канала. Так, сохранимся. Ну и на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.